Вы смотрите новости на канале RTVI. Армения снова протестует по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Несколько часов назад более 1000 человек перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана. На улице вышла главным образом молодежь. Демонстранты утверждают, что власти не выполнили данные ранее обещания и не пересмотрели решение о повышении тарифов на электроэнергию. В Ереване уже глубокая ночь, однако, как сообщает наш корреспондент, люди не расходятся и призывают всех присоединиться к акции протеста. Сейчас на связь с нами выходит Артур Хачатрян. Артур, добрый вечер. Какая сейчас обстановка в центре Еревана? Коллеги, здравствуйте. Мы сейчас находимся на проспекте Баграмяна, который спустя два месяца снова перекрыт участниками движения «Нет грабежу». Сегодня они собрались на площади Свобода. После краткосрочного митинга они двинулись к проспекту Баграмяна. Полиция попыталась перекрыть путь митингующим, однако не смогла. Они снова пытаются добраться до резиденции президента. Полицейский кордон стоит и не допускает этого. Полиция время от времени предупреждает митингующих о том, что их могут разогнать, то что им дают время на то, чтобы они сами разошлись. Однако митингующие не собираются расходиться. Более того, в социальных сетях уже распространили информацию о том, что проспект Баграмяна перекрыт, и всех призывают прийти сюда и принять участие в акции протеста. Требования у них те же. Они хотят, чтобы пересмотрели цены на электроэнергию, чтобы приостановили решение о повышении тарифов и чтобы рассмотрели дело полицейских, которые применили насилие в отношении митингующих, в отношении журналистов. Спасибо, Артур. Корреспондент RTVI в Ереване Артур Хачатрян о новых протестах по поводу повышения тарифов на электроэнергию.